История войсковой части 5526 началась 19 октября 1993 года, когда приказом командующего внутренними войсками МВД Беларуси для организации службы по охране общественного порядка на базе 2-й судебно-следственной роты сформирован и включен в состав войска отдельный милицейский батальон с дислокацией в Бресте. В соответствии с указом президента Республики Беларусь от 7 мая 1998 года ему вручено боевое знамя как символ воинской чести, доблести и славы, напоминание каждому военнослужащему о героических традициях и священном долге самоотверженного защитника Родины. Каждый день вы твердо стоите на страже законности, мирного труда и покоя наших граждан, постоянно решая уникальные по специфике и сложности служебно-боевые задачи. При этом неизменно проявляете образцы истинного мужества, стойкости и верности воинской присяге. В этот праздничный день я хочу выразить глубокую признательность и благодарность всем солдатам, сержантам, прапорщикам и офицерам, рабочим и служащим воинской части, которые с честью и достоинством выполняют свои должностные обязанности. Отдельную благодарность выражаю ветеранам воинской части, тем, кто стоял у истоков ее формирования, за их многолетний и плодотворный труд. Для нас вы всегда будете образцом выполнение воинского долга, беззаветного служения своей Родине. От всего сердца поздравляю вас с днем образования войсковой части 5526 с ее юбилеем. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, оптимизма, успехов в службе, мирного неба и благополучия. Разделить вместе радость праздника и поздравить юбиляров на торжественном собрании присутствовало много гостей. Заместитель председателя Брестского областного исполнительного комитета Вадим Альшевский, начальник управления внутренних дел Олег Шуляковский, представители других воинских частей Брестского гарнизона, силовых структур, друзья и семьи. С первых же дней функционирования военнослужащие войсковой части своим отношением к службе доказали, насколько верным было данное решение. Время быстротечно, и сегодня мы уже отмечаем 30-летний юбилей. Приятно отметить, что на протяжении всего указанного времени военнослужащие части с честью выполняют возложенные на них задачи, обеспечивают надежное конвоирование содержания спецконтингента, оказывают содействие органам внутренних дел в поддержании порядка на территории Брестской области. От имени Брестского областного исполнительного комитета и от себя лично примите искреннее поздравление с юбилейной ветой в образовании части. Я хочу поблагодарить вас за тот ратный труд, за то спокойствие на наших улицах, за тот порядок, который вы поддерживаете. От себя лично хочу пожелать вашим семьям добра и благополучия, мирного неба над головой, и чтобы по жизни всегда у вас был порядок. Военнослужащие части 5526 – гарант общественного порядка. Они – хранители безопасности брестчан при проведении массовых мероприятий. Кроме того, милицейская часть выполняет сложные ответственные задачи судебного и встречного конвоирования. В первую очередь, отряд предназначен для борьбы с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями. Но вместе с этим одна из задач спецподразделения является оказание содействия органам внутренних дел в проведении специальных активных мероприятий по прикрытию оперативного состава, который выполняет свои должностные обязанности по предназначению. За достигнутые результаты в служебной деятельности лучшие военнослужащие и персонал, а также ветераны были награждены грамотами Брестского областного исполнительного комитета и министра внутренних дел, благодарственными письмами, нагрудными знаками за отзнаку за самоотданную службу. Василина Буцкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, новости Бреста.